бывает так в жизни, друзья. Проснешься с утра и думаешь, и где это я? И где это, черт возьми, я оказался? Вот. А оказались мы с утра, не то чтобы мы вечером здесь не были, мы и вечером, конечно, тоже были. Это балкончик, вот, с которого я снимаю, мы в гостинице. Ну, в таком как бы комплексе. Мы находимся в городе Пуэрто-Вайарта, это в Мексике. И тут мы большим таким кагалом, нас много. Вот, поехали отдохнуть на недельку. И вот я смотрю с балкона, и видите, там океан. Вот, даже тут рядом, прям так вот из окна. Ну, мы поближе тоже снимем, не то что. Вот птички поют с утра. Сейчас где-нибудь 8:30 по местному времени. Так, давайте я пройду еще дальше по балкончику. А, вот это место, которое у вас перед глазами, тут с вечера особенно сидит народ и выпивает, такой бар. Вот. Это гостиница, называется она Рио Вайарта. Она большая, красивая, симпатичная. Нас поселили на... Это у них называется первый этаж. Но это не совсем, конечно, первый, вы видите, на некотором подъеме. Так, хороший, может быть, третий этаж в нормальном месте был бы. Но мы переедем на 6-й, вот прямо в том месте, где мы стоим, но выше. Будем на 6-м этаже, ближе к нашей компании. И я думаю, там вид будет получше. И оттуда я уже засниму номер наш. Номер красивый, симпатичный, большой. Вот. А сейчас пойдем позавтракаем.